Ребятки, всем привет! Решил себе на 20-й год сделать вот такую вот небольшую коробочку ратлинов на судака. Очень мне эти приманки нравятся, ратлины. Ну и вот все-таки небольшой наборчик я решил составить именно судачьих. Ну, давайте начнем ее наполнять. Много набирать я их не стал. То есть, потому что, учитывая то, что еще, то есть, судак и на джиг, то есть, я имею в виду и силикон, и мандулы, то есть, и блесны те же, которые сыпятся, поэтому ратлинов много здесь не нужно. Итак, что же у нас в этом наборчике будет? Ну, начну с того, что я уже имел, и поэтому ратлины у меня есть целый отдельный ролик, великолепный ратлин. Strike Pro Tornado VIP 65 мм, 14,5 грамм, то есть долго о нем тут говорить нечего, все можете посмотреть у меня в ролике. Шикарно ловит, то есть, ну, это, соответственно, занимает место у меня в коробочке. А теперь перейдем к новинкам. Новинки все дорогие, все японцы. Брал я их чисто по своему какому-то внутреннему убеждению, то есть я имею в виду размер, цвет, вот, по какому-то опыту, может быть. Ну, давайте начнем. Значит, первая обновочка, интересный, очень необычный ратлин, это Madness Sheraton VIP 73. Как вы уже поняли, 73 мм его размер, вес его 17 грамм. Этот цвет мне понравился, то есть белый, салатовый, красненький, но вот цвет называется 02. Значит, чем этот ратлин, то есть, интересен, у меня, в принципе, такой первый он, это тем, что он сделан из, то ли из силикона, то ли из резины, то есть он резиновый, он не жесткий, как вот все воблера вот из твердого пластика, а он мягкий. Да, там есть внутри, видимо, стабилизатор игры, то есть какой-то, то есть огруз его там внутри твердый, но все остальное, то есть основа его тоже, видимо, вот, все остальное у него мягкое, мягкая спина, мягкие плавники, то есть очень интересный ратлин, вот, Madness Sheraton VIP 73, будем разлавливать его, вот такая вот первая обновочка. Второй ратлин, который я вам хотел бы тут показать, это, опять же, японец, Longines Kickbit 70, 70 мм, 20 грамм, то есть довольно тяжелый для такого размера ратлин. Снова, то есть повторюсь, что я, то есть, цвета выбирал чисто по какому-то внутреннему убеждению, розовый цвет судак любит. Вот поэтому был выбран именно он. Цвет называется 36. Значит, розовый, салатовое у него пузо и такие вот зеркальные 3D бока. Вот такой вот ратлин. Будем разлавливать Longines Kickbit 70. Далее идем, друзья мои, кто у нас по очереди, значит, Смит, опять же японец, Смит by Blue 70S, 70 мм, вес 15 грамм, цвет называется 57, вот кислотная спина, серебристо-натуральные бока и красноватый живот. Смитик тоже должен ловить, очень он мне понравился. Вот такая вот у меня третья обновочка, ратлин на судака Смит by Blue 70S. И последняя обновка, то есть заканчиваем наполнение данной коробки, ребята, это тоже очень такой мне очень понравился ратлин, опять же японец. Дайва Маритан 70, вот тоже 70 мм, 20 грамм,
Вот, цвет называется GRS. Интересный такой необычный цвет. Значит, черный, темно-зеленый, какие-то белые треугольники. Ну и вся основа с блестками серебристая. То есть вот такой вот, вот такой ратлин на судака я хочу использовать. Вот такое наполнение коробки, ребята. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, кому понравилось, не понравилось. Вот такой вот наборчик я себе собрал на 2020 год на судака. Всем покедова!